Итак, погнали проверять макеты студентов группы Даниила. Данил Матюшин. Так, сейчас сначала здесь найду. Потом работу смотреть буду. Матюшин. Так. Вот эти три работы. Магазин iOS, Android. Так, купите робот Румпу, доставим бесплатно. Никей. Да, прикольно все на главной грани, кроме расположения вот этого каталога и кроме расположения вот этого цифровой электроники, потому что слишком маленький отступ вот здесь. Нужно увеличивать. Да. Да, вот здесь нужно выровнять по еще чуть-чуть ниже, спустить вот эту вот группу. Здесь чуть-чуть ниже спустить группу. Потом это окей, это окей, это окей. Правда, это сказал уже. Здесь отступы разные. Здесь окей. Здесь окей, окей, расческа, окей, футер, окей. Так, ну 5 с минусом. Дальше. Биржа, потом iOS. Да, да и да. Прикольно. Вот это только в разных стилях, да, получились иконки. Вот это тоже должно быть контурное. Либо две палки. Либо две палки. Две палки, короче. 5 с минусом. Так, Android. Камчатка, Байкал, Алтай. Окей. Вот здесь мелко. Нужно переверстать, короче, вот эту вот подложечку. И здесь неправильно сверстано. Здесь дырка 4 с плюсом остается. Ну вот. Погнали дальше. Андрей Скулкин. Так, то же самое, да, примерно. Тренд-магазин iOS Android. Погнали смотреть. Кофе департмент. А, я тебе показывал, да, какую фотку, но ты решил оставить свою, зато выровнял все внутри нормально. Ну, слушай, ну толще же надо делать, верно? У тебя здесь толстый контур, здесь у тебя чуть тоньше контур, здесь у тебя тонкий контур, это минус. Кофешоп. Ладно, кофешоп. Так, здесь отлепил. Здесь окей, здесь отлепил, здесь окей, дырка. Дырку убирать надо. Это окей. Это окей. Так, 4, нет, 5 с минусом. iOS. Чисто. 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 Пятерка. Так, Археола, да, 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 да. Ну да, в принципе, прикольно, вот эту руку можно чуть ниже подвинуть, все будет ништяк прям. Пятерка. Так, ну вот, чего, огонь, все пятерки, мастер-групп, биржа чат Песняков, молодец. Так, погнали дальше. Юля Демина. О, лидер. Лидер зачета. С четверками. Но при этом все задания делал. Ага, понятно. Либо блок писал. Ну-ка, давай посмотрим. Ну да. Да, ну нет. Вообще это очень круто, что ты писал блок. Чем больше постов, тем круче. На самом деле это показывает... Это тебе создало прям базу такую хорошую для...
поиска клиентов. Даже несмотря на то, что у тебя портфолио не самое такое крутое, да? Ну, какое могло бы быть. Опять же, типа, плохо сравнивать с остальными, наверное. В общем, у тебя все хорошо. Так, что проверять-то будем? Ну, все, наверное, да? Курсовая. Так, ну про контраст я тебе говорил. Это окей, это... Ну, здесь дыры такие. Здесь расческа, здесь дыра, здесь дыра. Нет, это 4 с плюсом остается. Или что, у нас была четверка, да? Нет, курсовая. 4 с плюсом остается. Главная страница. Композиция, вопрос, логотип прикольный. Так, а, помню, да, стало лучше. Да, да. Короче, вопрос к главному экрану. Нужно что-то с ним сделать еще. Так, здесь, да. Цвет еще. Цвет, цвет, цвет. Где тут цвет? Вот такой, тут такой же, да? Ладно. Что-то меня проглючило. Здесь дырка, отступ маленький, отступ большой. Здесь развалилась тень грязная. Так, ну слушай. Трек-магазин 4 с плюсом стало. Да, еще чуть-чуть, пятерка с минусом будет. Так, погнали дальше. Здесь дзен, да, здесь, в принципе, да, здесь, да, здесь, да, дополнить надо, опять с минусом. Это iOS, Android, да, 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 презентацию нужно сделать нормально, без вот этих дыр и экрана одинаковые по высоте, опять с минусом. Ну вот, промо-страница, короче. Где у тебя промо-страница? Промо-страницы нет, надо делать промо-страницу, пока ничего не меняется в плане вот этого вот. Но зато ты улучшил работы, я тебя поздравляю, это очень хорошо. Давай поработай над вот этой, на следующей неделе можно будет создать. Упс. Так, дальше, Мария Смирнова. Так, наверное, одна работа тут будет. Что-то долго грузится. А, вот. Да, окей. iOS остался у нас. Is it cider? Да. С контрастом нужно вопрос решить. Это окей. Здесь сверсткой нужно решить. Все остальное вроде норм. Контраст и верстка. 5 с минусом. Все готово. Умница. Так, погнали дальше. Виталий Давидян. Так. Кредитная карта. Надо сделать более цельную страницу всю целиком. Еще раз, да,
заголовок у тебя кажется отвалившимся. Вот. То есть, если его поставить поближе, будет уже проще. Вот. Ищи дальше там расположение этого заголовка, либо там по левому краю, либо там он будет по центру, короче. Если по левому краю, я бы его сделал сейчас в две строчки, например. По центру, ну, реально, он слишком, короче, слишком далеко он стоит. Вот, прям вообще супер далеко. Вопрос, зачем, да? Здесь тоже, типа, карту нужно выдвигать сюда. Здесь, ну, решай вопрос, как вот это разместить тогда. Вот. Здесь надо тоже смотреть, думать, как это все разместить. Можно так. Все это, короче, нужно подвигать, блин, подвигать, подвигать. Вот, чтобы отступы, типа, уравновесить. Ну да ладно. Так. Дальше. Здесь тоже нужно двигать. Здесь тоже отступы большие. Потом здесь нужно, наоборот, раздвинуть какой-то модуль сделать. Можно сделать карточку здесь. Почему бы нет? Здесь большой отступ. Здесь висит заголовок. Смотри, вот так сразу баланса больше. Потому что слова не свисают. Ну вот. Ну, короче, нужно тебе еще доделать это. То есть, типа, в деталях аккуратненько, в композиции еще пока, в композиции сильные косяки. Ладно, ну понял, в общем, да, что съехало. Так, 4 с плюсом остается, курсовая, интернет-магазин. О, вид сверху. Огонь. Так, тоже вариант, попробую вариант центральной композиции. Тоже вариант, ну, тоже можно сделать. Воу-воу-воу-воу. Воу-воу. Так, тут, ну, понятно, там ты краешек сам сделаешь. О. Хоч. Уай. Хоч. Кружень, короче, эту поставить бы. Ну да ладно, в общем, ты сам сделаешь, ну ты понял, да? Может быть. О, нахрен и вообще. Вот так вот. Эй. Ну и здесь угол. Угол, угол, угол. Выгрузить. А, картинка сама такая. Точно. Картинка другая нужна. Тогда. Так, ладно, в общем, я ничего не трогал. Так, погнали, значит. Тень была супер. Черная, сейчас она более-менее нормальная. Так, окей.
Окей, не надо вот обрезать вот так вот прям жестко. Есть же куда? Конечно, есть, блин. Надо, чтобы подступы были. Вот, короче, как должна выглядеть вот эта фотка? Вот так она должна выглядеть. Есть разница. И вот эти, ну, как бы, к этому тоже все относится, смотри. Хоть какие-то отступы оставить, то есть прям хотя бы по минималкам. Это я тоже скопирую сюда. Так. Вот и это. В чем прикол, смотри. А прикол в том, что она обрезана херово. Нельзя обрезать чабань. И здесь отступ маленький. Да. В топку эту фотку. Так. Окей. Это окей. Это окей. Иконки соцсетей окей. Это окей. Здесь. Ну да, окей. В целом. 5 с минусом. Так, дальше. Не. Короче, вот это вот сильно жестко делит эту композицию на две части. Вот. Вот это разряженное. И я бы ее ставил вниз, потом выделял бы какую-нибудь главную композицию, и там бы дальше уже крутил. Это окей. Отключить все устройства, кнопка очень незаметная. Здесь все нормально, здесь все более-менее нормально. 4 с плюсом. Android. Ну, осталось. Ну, окей. Зато ты попадаешь в мастер-группу и биржу по итогу. Ну что, круто. Погнали дальше. Георгий Рукавцов. Магазин китайского чая. Съехал изображение вот это. Окей. Акции. Это что такое за опечатка? Окей. Окей. Ну, здесь типа слишком большая дыра. Так, что такое? Копи-пейст. Ладно, не копирует. Ну да ладно. Так, здесь прям классно. Здесь классно. Короче, вот это вот осталось только верхушку вот это улучшить, и будет ништяк. Почему я не могу скопировать? Интересные дела. О, все. Всего-то ничего тут надо сделать. Вот, видишь? Одинаковые отступы в меню сверху и снизу. И все. Так, и вот эта вот фигня еще слишком большая, логотип этот. Так пойдет, в принципе.
Так. Так. Окей, короче, вот это вот будет. Будет 5 с минусом заслуженное. Сейчас авансом. Интернет-магазин 5 с минусом. Биржа Go. Так. iOS и Android еще, да? Давай посмотрим. Да. 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 Ну, здесь большие отступы как были, так и остались. И выравнивание неправильно. Это, в принципе, тоже да. Это да. Это да. 5 с минусом. Так. Дальше Android. Интроверт трел по центру. Хорошо. Да, хорошо. Да. Слишком жирный только. 21. А, 18 фонсайз 20. Почему здесь 20, здесь 18? Здесь, да, здесь. Здесь чутка подразвалилась. Здесь в целом, да. Здесь то же самое. Здесь чутка подразвалилась. 5 с минусом. Вот. Ну что, в принципе, круто. Так, дальше. Разбор группы Данила закончен. Смотрим стату. Так, Данил. Так. 5 с плюсом потом. Сколько оценок? 64 сдано в итоге. Пятерок из них 37. 37 разделить на 64, 57%. Ну, вот это я понимаю, показатель нормальный. Вот. Ну, плохо, конечно, что мало народу дошло до конца. Все. На этом все. Если хотите сдавать еще работу, будет еще один разбор на следующей неделе. Но вы уже хорошо постарались. Всем привет, всем пока.